Хочу вам рассказать про диагностику автомобиля. Я занимаюсь проверкой автомобиля, проверкой перед покупкой и комплексной общей диагностикой. Ну, это небольшая часть, это в основном те инструменты, которые я ввожу с собой для диагностики автомобиля. Ну, давайте, вся диагностика автомобиля начинается с инспекционного осмотра. То есть инспекционный осмотр проводится с помощью двух фонарей. Двух-трех фонарей. Значит, первый фонарь у нас, это у меня основной фонарь. Он одевается как на лоб. Вот, очень удобно, когда осматриваешь где-то на подъемнике. Фонарь одевается как на лоб, и фонарь перестегивается. Можно взять в руку, можно на лобное крепление перестегнуть. Профессиональный фонарь, светит он очень ярко. Несколько режимов у него свечения. Светит ярко и долго. Это основной фонарь, очень удобный, и я с ним везде, постоянно. Это раз, основная задача, да. Вот, второй фонарь, фонарь дублирующий. Мало ли, что-то с этим произошло. У меня есть еще один фонарь, сейчас я вытащу. Так, вот. Еще один фонарь, светит в красном свете. Это обычный просто красный свет, просто иногда жидкости, особенно там антифриз, не очень удобно посмотреть, бликует в обычном свете, поэтому в красном свете. Также он белый тоже светит. Вот. Ну, такое как бы на замену, вдруг, если что-то произошло. Так часто не пользуюсь. Вот еще у меня один фонарь. Этим фонарем, это ультрафиолетовый фонарь. Я этим фонарем работаю только с документами в основном. То есть проверка документов, проверка, ну, иногда бывает проверка каких-то там дополнительных окрасов, там, повторных или еще что-то. Но по салону еще тоже, сколько, ну, как химчистка салона проводилась. В некоторых местах в ультрафиолете видно, насколько был загрязнен салон до химчистки. Ультрафиолет это показывает. И, ну, как я сказал, что документы, я им смотрю, оригинальность документов отсматриваю. Это что касается у нас фонарей. Ну, по фонарям все, по инспекционному осмотру все. Значит, про эндоскопию я вам скажу отдельно. Далее, чем я пользуюсь? Еще основной мой инструмент. Это у меня толщиномер. Толщиномеры разных типов бывают. Я выбрал этот. Это профессионального типа толщиномер. Почему я его выбрал? Потому что он сразу же на телефоне, планшете или где-либо, он формирует вот такую вот диаграмму. То есть вы можете посмотреть сразу же толщину краски, какие окрасы, где сколько автомобиль, как окрашен, что не окрашено, что там в один слой окрашено, что окрашено со шпаклевкой. В таблице все микроны, замеры есть. Он формирует такой отчет, то есть внутрянка вся промеряется, арки все меряются, все полностью. И далее он формирует отчет расхождения по сторонам, то есть чем правая сторона отличается от левой. В отчет можно приложить фотографии и свои комментарии. Так, тут тоже у меня рабочий планшет. Я с ним работаю по диагностике двигателей, и он у меня работает с толщиномером совместно. Проверяем кузов. Значит, толщиномер у нас калибруется через калибровочные пластины. Это у нас белого цвета, это алюминиевая пластина, а синего цвета это железная пластина. По ним он выставляет калибровку ферром алюминия. Ну и теперь самый, наверное, сложный момент в диагностике – это диагностика двигателя. Значит, диагностика, все вы сканеры, которые видите, это все для диагностики двигателя, кузовов и всего остального. Чем я провожу эту диагностику? Ну, у меня есть мультимарочный сканер. Вот он. Это у нас EasyDiag или он же Launch. Он же Launch, работает он через планшет. Сканер работает абсолютно со всеми автомобилями. И работаю я с ним с планшетом. На планшете он выдает совсем другую картинку, не так, как на телефоне. Он показывает вот такие вот диаграммы.
блоки показывает, систему, по какой шине, какой блок соединен, ошибки показывает по блокам. Ну и на планшете он совсем по-другому работает, ну, намного красивее и интереснее, и наглядно. Значит, это то, что касается у нас лаунча. Далее у нас самый основной сканер, который это просто топ среди всех, это Scanmatic. Scanmatic работает через очень много своих программ. Они находятся у меня здесь в компьютере. Компьютер использую своеобразные. Здесь можно очень быстро поменять сразу жесткий диск. У меня для работы 3 жестких дисках на разные марки автомобиля, потому что иногда до 200, до 300, до 400 гигов занимает одна марка автомобиля. Значит, компьютер, сейчас я вам покажу. Этот сканер работает со всеми, вообще со всеми типами автомобилей. Со всеми марками, со всеми типами. Он работает с оригинальными программами. Вот смотрите. Это у меня программы по ВАГу, программы по BMW, программы по Мерседесу. Здесь Toyota, Honda, Land Rover, Ford, Renault, Volvo и разные другие автомобили. То есть сканер работает со всеми автомобилями, работает на дилерском уровне. С программами, с дилерскими именно непосредственно. Плюс он дает возможность через подключение по плюсу к некоторым каналам, он дает возможность программирования блоков, перепрограммирования блоков, внесения корректировок. Далее работаем. Сканер, который работает с BMW. Сканер, который работает с BMW, это он работает через программу ISTA Plus. И вот еще один сканер, который работает с BMW. Он тоже у меня работает через программу ISTA Plus. Они разные, они просто к разным типам автомобилей, к разным кузовам. Этот к одному семейству BMW, этот к другому семейству BMW. То есть, в принципе, это оба сканера, которые работают с BMW. Далее, два сканера, которые работают с ВАГами и Porsche, ВАГ, Audi. Сейчас я вам покажу. Ну, первый, который вы все знаете, это у нас VCDS. Это Vasa Diagnost VCDS. Это оригинальный сканер VCDS, который поддерживается в России. Это сканер для ВАГа. Я сейчас так буду сюда откладывать. Он работает, опять же, через компьютер, который у меня настроен для работы. Сканер VAS. Значит, этот сканер, это считается как бы дилерский уровень. Он работает с Одисом. Это тоже ваговский сканер. Ну, это в основном работа с Porsche, с Audi. Ну, тоже я его часто применяю. Но, если честно, больше, конечно, я пользуюсь VCDS, Vasa. Вот, с этим работаю, но не так часто. Тоже хорошая, хорошая машинка. Далее. По сканерам еще что я вам хотел сказать. Это вот эти вот ELM-ки. Они тоже иногда нужны там для каких-то автомобилей, которые используют простейшие блоки. ELM-ки, чтобы не сжечь, не спалить что-то, какую-то аппаратуру другую. ELM-ки всегда должны быть с собой. Не жалко там за 15-20 долларов спалить ELM-ку, чем у тебя сгорит лаунч за 500 долларов. Или, не дай бог, сгорит. Ну, тут как бы защита стоит, да, но все равно Scanmatic. Scanmatic это вообще топовый. Топового уровня сканер, он стоит под 800 долларов примерно. Так, далее. Группа. Дальше пошли адаптеры, переходники.
Всем известно, что начиная с 2018 года компания группы Chrysler, то есть сюда вносятся марки автомобилей, такие как Dodge, Chrysler, Jeep, они сделали диагностику своих автомобилей строго через их серверы. Поэтому никакой программы ни через Scanmatic, ни через Launch вы не сможете подключиться. В лучшем случае вы сможете только прочитать ошибки. Стереть ошибки вы не сможете. Также вы не сможете что-то там, какие-то параметры посмотреть, запрограммировать что-то, сделать там, скинуть сервисный интервал или еще что-то. Это все заблокировано. Это может сделать только либо дилер, либо вот через такой переходник. Там стоит блок управления, защиты, вернее, подключения. Вот наши друзья китайцы придумали такую вещь, которая подключается к этому блоку управления. И далее вы можете, минуя этот блок, подключать либо оригинальную программу через Scanmatic, да, либо можете лаунч подключать и лаунчем также все смотреть, читать, все будет читаться. Так, далее. В последнее время я начал работать с мотоциклами BMW. Диагностика программирования мотоциклов BMW. Это у нас переходник на мотоциклы BMW. Значит, он подключается, вот эта часть подключается к мотоциклу BMW. Эта часть подключается, ну, с BMW работает через ELM-ку. Вот, подключается ELM-ка, и можно через свою программу там. Программа платная, можно через нее работать с мотоциклами BMW. Тоже очень хорошая вещь. Так, то, что я вам, тут у меня торчит, я вам сейчас покажу, что это такое торчит. Это я всегда тоже с собой вожу. Это съемнички для того, чтобы где-то на панели что-то там отстегнуть, залезть куда-то там, проверить, подушку безопасности посмотреть или еще что-то. Это пластиковые съемники. Вот, тоже нужная вещь. Постоянно ими пользуюсь. Ну и тоже одна из топовых моих вещей — это профессиональный эндоскоп. Эндоскоп подключается либо к телефону, либо к планшету. Вот, толщина эндоскопа 6 миллиметров. Эндоскоп, фишка этого эндоскопа в чем? Что он управляемый. То есть он вот так вот может смотреть. То есть им можно посмотреть все, что угодно. Им можно залезть куда угодно. Значит, заходите, если вы в цилиндр двигателя. В цилиндр двигателя зашли, вы можете спокойно посмотреть, в каком состоянии у вас цилиндр. Либо вы можете загнуть его до конца и посмотреть на состояние клапанов. Можно им проверять как бензиновые двигатели, так и дизельные двигатели. Он спокойно проходит через свечу накаливания, выкручивает свеча накаливания дизельные двигатели, и эндоскоп туда входит, и можно посмотреть непосредственно цилиндр, поршень, состояние клапанов дизельного двигателя. Также можно посмотреть автомобиль, лонжероны внутри, вареные, не вареные, потому что сверху бывает заделывают. Вваренные номера, ВИН-коды или нет, там, ну, проверить это все можно. Фишка в том, что, вот, допустим, не так давно я на этом автомобиле проверял, насколько забиты стоки, именно крыши панорамные. То есть, когда заходишь эндоскопом, идешь, у тебя там 3 или 4 выхода отверстия, и ты поворотом эндоскопа, ты можешь зайти в нужное отверстие, и дальше его продвигаешь, и дальше заходишь. Топовая, классная вещь, хороший очень аппарат, выручает меня во многих ситуациях, не только с двигателями, но и с диагностикой автомобилей, кузовов, всего, то есть осмотр там внутримоторного отсека, багажник, осмотр лонжеронов, то есть всего, очень классно. Я работаю с грузовиками, у меня есть еще куча программного обеспечения для грузовых автомобилей. Я работаю с грузовиками через свои адаптеры,
Они у меня сейчас не представлены, потому что я сейчас вот говорю то, что я в основном вожу еще с собой. Есть у меня специальные еще адаптеры для Kia Hyundai. Вот, сейчас я попробую вам их показать. Я принес тут как раз коробочка от Scanmatic. И хочу показать еще одни, еще одно подключение для Hyundai Kia. Вот они у меня. Так, покажу, чтобы было видно. Это всевозможные провода для подключения. Этот блок и питание для перепрограммирования корейцев всех. Hyundai Kia. Вот он. У меня диагностический адаптер Hyundai Kia. Работает он с корейцами. С помощью него можно читать, программировать, все что угодно сделать с автомобилями на дилерском уровне. Это дилерский уровень. Вот. Всем пока. Был рад, что вам понравилось. Ну или не понравилось, пишите свои комментарии. Пока.